Снова всех приветствую. Что-то у меня последние дни совсем тяжелые выдались. Я отравился, и у меня флюс. Ну и в общем сижу дома делать нехрен абсолютно. Думаю, полезу на свой любимый YouTube, посмотрю, может какие-то обзоры новые появились. Что-то никаких новых обзоров никто не вылаживает. Возможно, все гуляют. Погодка довольно-таки неплохая. Другими словами, в общем, посмотреть на YouTube нечего. Ну, думаю, надо какой-то видос залить, чтобы ребятам что было на выходные посмотреть. Ну, в общем, думаю, о чем поговорить-то можно. Ножи уже, в принципе, достаточно я выложил. Ну, в общем, давайте сегодня откроем новую главу на моем канале, которая будет посвящена фонарикам. Фонариков у меня уже тут небольшая коллекция набралась. Значит, у нас будут обзоры, будут сравнения фонарей. Также мы поговорим о этапах развития фонариков, а вот таких вот древних старых фонариков дойдем до более-менее современных фонарей. Также будет у нас на обзоре динамо фонарь, тоже о нем поговорим, узнаем вообще, на что тут фонарь годится. Ну, ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока.